Доброго времени суток, с вами Данила Рышкин, и качественный контент проигрывает говно-контенту. В большинстве своем из-за того, что зрителям лучше смотреть говно-контент, так как они не напрягают свои мозги, могут просто посмотреть и продолжить делать свои дела, которые нахер никому не нужны. Ну а также качественный контент проигрывает говно-контенту из-за того, что говно-контент ворует денежные средства у качественного контента. Так давайте разберемся в этой теме на примере конфликта канала Немагия и канала Борщ. Свет, камера, мотор! С учетом того, что не все мои зрители углубляются в дебри Ютуба и тратят все свое свободное время на то, чтобы найти какие-либо срачи на Ютубе, я расскажу эту историю с самого начала. В конце декабря 2017 года ведущий канала Борщ решил сделать себе подарок и заказать рекламу перед Новым годом, чтобы к нему пришли подписчики. Решил он заказать рекламу у ребят с канала Немагии и заплатил за рекламу 150 тысяч рублей. Ребята же, в свою очередь, взяли на себе эту обязанность, сняли ролик про Бьянку на канале Немагия Лайф, где, кстати, да, больше миллиона подписчиков, и выпустили там рекламу, рекламную интеграцию. И давайте же посмотрим, что у ребят получилось. И тем более там Ара рассказывает, как она вообще красиво это сделает, чтобы вкусно было. Эти уже стоят того, кто не расскажет вам, а? И как вы думаете, отреагировал ведущий с канала Борщ? Какого сука лосося здесь происходит? What the fuck is... Правильно! На его бы месте это бы сделал любой, потому что такая реклама не может стоить 150 тысяч рублей. Она может стоить, ну, 1000 рублей, даже если этот канал миллионник. Хотя, в принципе, такую рекламу вообще делать нельзя. Это позор, это не профессионализм. Но здесь мы не будем никого поливать грязью, здесь я хочу все-таки разобраться в конфликте. Кто все-таки прав, кто виноват, у кого больше шансов потом выйти сухим из воды. Ну и начну я с канала Борщ. У ведущего с канала Борщ в этом конфликте есть буквально два минуса. Первый минус в том, что он не умеет прогнозировать, ведь нельзя было ему заказывать рекламу у ребят с канала Немагии, потому что там другой контент, там другая тематика и другие зрители. И понятное дело, что после любой, даже хорошей рекламы, перейдет мало людей, потому что тематика не та. Нужно было заказывать в своей тематике, например, у славного Дружи Обломова, потому что там есть и кулинария, и обзоры кулинарии, и оттуда бы люди быстрее и охотнее перешли. Ну и второй минус в том, что ты создаешь конфликт, как на телевидении, как на каком-нибудь, пусть говорят, да, после этого тебе идут подписчики, и ты как бы отбиваешь свои 150 тысяч рублей, и понятно, без этого конфликта, без этого твоего видео никто бы об этом не узнал, но все равно это низко, это все-таки минус, твой минус. Ну а теперь перейдем к ребятам с канала Немагия. А вот у ребят с канала Немагии здесь минусов очень-очень много. Они вряд ли выйдут сухими из воды, потому что канал Миллионник делает рекламу за 150 тысяч рублей и делает ее таким вот образом. Серьезно? Но к этому чуть попозже. Начнем с менеджера, который работает на вас, из-за которого у вас есть заказы. Благодаря заказам вы живете, и ваш менеджер имеет смелость говорить своему клиенту, что, мол, ну я же вам говорил не заказывать рекламу. Серьезно, у вас работает такой человек? Может быть, его уволить, может быть, ей найти другую работу, например, мыть куриные яйца, чтобы потом яичницу было делать удобней. Вы подумайте об этом, подумайте. Ну а теперь вернемся именно к производству рекламы. Канал Немагия очень любит кричать, что они делают качественный контент, оперируя своими видеообзорами, мол, мы вкладываем туда силу, деньги, время. Но! Силу, деньги, время, да? Смотрите, свет, хромакей, качество картинки, все это покупается. А вот сценарий не покупается. И он как был однотипный, он так и остается. Все остальное ребята просто купили, потому что долго на Ютубе было много рекламы, хорошей и плохой, и они могут теперь себе это позволить. Но тематика, направленность одна и та же. Одна и та же, одна и та же. И все, никакого развития. Ну да бог с ними.
Это их флагманское шоу. Разберем другие их проекты, где они просто сидят на диване, сзади стена, портрет Путина, и они беседуют о чем-то. И это называется качественный контент? Серьезно? Такая реклама называется качественный контент? И вы после этого будете говорить, что вы всегда делаете качественный контент? Ребят, серьезно? Нельзя так говорить. Вы лицемерите. Потому что качественный контент – это контент, который понравится 90% зрителей. И я про подачу. Мысль – это другое. С мыслью можно спорить, ее можно обсуждать, выходить на диалог, полилог или монолог у себя в голове. Но подача должна нравиться всем. А о какой подаче идет речь, когда вы делаете такую рекламу и берете за это 150 тысяч рублей? И вот в этом самая большая проблема. То, что об этом почему-то, кстати, никто не говорит. Прошло почти уже 3 недели с момента конфликта, и об этом почти никто не сказал. Вот никто не сказал. Когда Соколовский брал деньги за рекламу, а потом не выпускал ее, оперируя тем, что у него нет времени, даже сам Николай Соболев кричал, что это плохо. А сейчас никто не говорит. Что, боятся ребят, потому что у них много подписчиков и ненормальная фан-база, которая будет ставить всем дизлайки? Серьезно, это всего лишь дизлайки. Они, наоборот, помогают ранжированию вашего видео. Да, канал смотрится странно, но если покопаться, понятно почему. Потому что просто шизанутые подписчики бегут и ставят дизлайки, даже не разобравшись в ситуации. Вы что, их боитесь, что ли? Я не понимаю. И я не понимаю, почему ребята сейчас закапывают себя, не извиняясь, не делая новый выпуск с новой нормальной интеграцией. Ведь ведущий с канала Борщ предоставил все данные, предоставил сценарий, дал видеофайл, как все это должно выглядеть. Но вы на это наплевали. И в этом проблема. В этом проблема канала «Не магии», в этом проблема зрителей, в этом проблема других блогеров, потому что это не выносится на суд. И поэтому говноконтент побеждает, поэтому он сейчас превалирует в Ютубе. А качественный контент где-то там в андеграунде. У нас зато есть реакции, у нас есть обзоры. Такие же обзоры, как в принципе были у Ларин против, такие же обзоры, как и у Плюс 100-500, Рэя Уильяма Джонсона или Высос. Хорошо. Разница лишь в том, что в ваших обзорах вы просто обозреваете персонажа, стоя на фоне хромакея. У них же не персонажи, а видосики. Но везде такая себе критика. И это качественный контент. Серьезно, перестаньте лицемерить. У вас 1 000 000 подписчиков. У меня нету даже 1000 подписчиков. Но на свой канал я заливаю и новостные ролики, и обзор полетов, вот как этот, и клипы, и короткометражки, и даже музыку, которую сам делал, я заливаю не просто с одной картинкой, а там даже видеоряд какой-никакой есть. Я подхожу к этому делу серьезно. Если когда-нибудь у меня будут заказывать рекламу, я буду к этому подходить максимально профессионально. Даже если у меня будет очень мало подписчиков. Просто я чувствую ответственность. Вы, видимо, нет. И самый главный месседж данного видео, чтобы зритель, ты, зритель, распространил это видео, распространил похожие видео у других блогеров, которые все-таки сделали выпуски на эту тему, чтобы народ увидел, что есть такая проблема, чтобы люди с немагии, ребята с немагии, увидели, что это проблема, и чтобы хоть что-то изменилось в лучшую сторону. Ну и если тебе понравилось данное видео, данный выпуск, и ты согласен с моей позицией, ну или может быть не согласен, но готов выходить на диалог, и тебе понятно, почему я делаю такой контент, такой продукт, то подписывайся на канал, ставь лайк и комментируй, ну и опять же распространяй. А если тебе не понравилось, то иди на тот контент, который тебя устраивает, ты можешь поставить дизлайк, но в любом случае это поможет ранжированию видео. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем Ютубе, во всем интернете. И самое главное, не будьте нормальными, потому что нормальность в последнее время стагнирует и гниет. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.